Время сделать свой выбор. Для тех, кто не может исполнить свой гражданский долг в основной день выборов, досрочное голосование – это возможность не только отдать голос за понравившегося кандидата, но и проявить сознательность. Распахнул свои двери и избирательный участок номер 9, который расположился на базе Солигорского государственного колледжа. Молодые люди Антон и Влад пришли в стены родного учреждения. Но сегодня их цель не получение знаний, а желание проголосовать. Оба парня в этом году впервые принимают участие в выборах в качестве полноправных избирателей. Вот мне недавно исполнилось 18 лет, и я имею право. Это мой выбор. Я считаю, что каждый должен голосовать, ведь это наш гражданский долг. С миссией поощрить молодых людей и сделать это событие еще более памятным, символичные сувениры парням вручил первый секретарь Солигорского районного комитета БРСМ. Я считаю, что это очень важно для каждого гражданина страны. Мне еще подарили подарок, поэтому мне это обязательно запомнится.